Спортивные мероприятия – лучшая пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. Молодое поколение Анапы воспринимает их на ура и участвует с энтузиазмом. В первом этапе традиционных спортивных игр «Спорт против наркотиков» соревновались учащиеся 12 школ курорта. Я считаю, что это отличное мероприятие «Спорт против наркотиков». Объединяет детей, дает им позитивную, положительную энергию. Дети направлены на спорт. Настрой у ребят серьезный. Они осознанно выбрали спорт, а не сомнительное удовольствие от пагубных пристрастий. По итогам первого этапа игр победила команда средней школы номер 24 в младшей возрастной группе и номер 4 в старшей. Но главная победа у организаторов, которым удается прививать детям любовь к спорту и здоровому образу жизни.